Теперь они не ваншотают, right? По звезда либо череп, короче, ориентируйтесь. Более разлуки пишется. Во время разлуки с компаньоном урон увеличен на 150%. А на Элидане никому нельзя стоять в звезде, и каждый человек должен искать сам хорошую точку, чтобы на третьей фазе к нему не дошел демон бездны. Вот так вот. Представляю, сколько людей. Идите сюда быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Ща, подожди, Джерион, если там эта кошка, которая вылупляет, застанется, застанешь ее? Она не станется, она только таунтится. Хорошо, ладно. Что нам делать сейчас? Ну, агрить, трэш, босса уже агрить. Не уничтожай ее свети этих часов. Все, давайте агрить тогда, агрите, бейте только босса. Кошек танчите. Идите наверх, и где бегал черепок, танчите там кошек. Блин, захиливайте танков, уже поклонски способила. Проведите дальше кошек, может, отойдите от рейда, потому что они кидаются на рейд и ауешат еще. Разведите их, вот там, разведите фармбан. Кто там танчит, трусы, забери ром. Станьте под морду, милики, под морду встаньте. Давайте в череп, отойдите подальше. Слишком близко трэш стоит. Лида, я умер. Давайте в черепок. Ну давайте сюда, я вижу на грой, подойдите. Заведите кошек, кого? Вы не видите, что они персан? Там нет, сбивай их с персан. Сбил, сбил. Козырь, давай, антифир на войда. Не прожимайтесь. Сейчас будет лучше в черепе, надо отойти от черепа. Скажу когда. Короче, повесь СС, ой, не СС, а антифир на Этернити, а Седина повесь СС на этого, на Поклонскую. Отойдите от черепа. Этернити, прожмись. Дикого защитника, точечно бейте дикого защитника. Я у часовых уже меньше половины хп. Звезду точечно убейте, и все. Может, рост? Сейчас, подожди, надо добить это говно. Давайте череп быстрее. Приведи босса по черепу. Все, можно убивать босса. Там же никого не убили, возможно, да? Нет, пока что нет. Поклонская, живи, живи, живи. Джейс, дай красную каплю. На Поклонскую. Да, сидел. Рост, рост, шумана. Зубодычу, блядь. Вот ищину. Гедонизм. Вообще-то зуботычина, я правильно сказал, что тебе не нравится. Сбивайте заказ, братишки, вары, вихрь. Я промахнулся. Боже, нельзя промахиваться этим. Бейте босса. Он просто не прохнул. Добивайте босса. Босса не прохнул. Защитник оставьте, протопал, давай. Отведите босса. Баблом танчите, что-то делайте. Да все, босса, бейте. Боже мой, караул. Шама, бейте босса. Я тебе говорил про вары? Говорил. Ну, он сказал, что он понял, как ну, я промах. Я два раза попал, а третий раз что-то не попал, не знаю. Что за промахи? Пошла прокрутка, но не было. Скажи, сколько у тебя процентов меткости, пожалуйста, в баре? Сейчас скажу. Давай. Там еще 140. Отличный промах, 4... может быть, блядь, не наебывай людей. Я ж два раза, Танипа, я ж два раза попал, два раза. Подожди, 140, это рейтинг. Ну... А, ну в процентах получается 4,27. Охуя, и плюс идет от бонуса от него, от таланта. Политика. Ладно, ребят, я пошел. Всего доброго. Сейчас носок зайдет над руля. Окей. Подождите, может, маны пропить? Не зря сходили. Не зря сходили в рейд, да? Да ты еще ролил кольцо. Я, будет. Слушай, можно сагрить этих. А теперь смотрим. Аддон мне показывает, что был промах. То есть он просто не нажал. Не надо пиздеть, сука. Блять, два раза нажал, третий не нажал. Так ты сказал, что ты промахнулся, третий. Вот я же говорю, так нет, я же говорю, два раза нажал, третий раз не нажал, что ли? Ты спалился сейчас, ты сказал, что. Я сказал, что я это был наезд. Ответ. Что два раза нажал? Ладно, забудь. Подождите, можно вплюс для дауна? Нет, давай. Подождите, 3 вара таланта процента меткости, правильно? И 5 своих, или как? Смотри, шурупец хоть может сбивать, а наркодилера вообще ничего не сбивал. Только что ринканул, что он нажал всего...
Два раза, то есть один вар тоже нажал, вот смотрите, он нажал два раза, третий он раз не нажал, вот потому что вы писали, что третий раз это промо. Не надо врать, у меня все аддоны, которые стоят за рейдом, следят, так что вы спалитесь. Кажется, надо сделать Джерри на геймом гильдии. Шериф на страже порядка. По-моему, вам просто доебаться уже не нечего. Блин, Дим, тебе надо было работать я полицейским. Купец в гильдии, вы бы не находился, я тебе сразу говорю. Я знаю, хорошо. Так это же хорошо. А представляешь, блин, я тебе дам ГМ-ку в этом, на Вармейне. Если создам гильдию. Слишком много если. Каржан и на Келе. На Окера. 10 человек на Келе. Да собрать можно бомжей всяких. Мне как-то, чтобы мне дали по почте. А, мне дался просто дракон железной броне. Хорош. Кто там? Вот, Жрис ПД, он как собирает кожу, он все равно кидает в ГБ. Можете взять потом. Первая ячейка. Какие ячейки будем делать здесь? Сейчас посмотрим, какие еще существуют. Там их очень много, и все они очень делающиеся. Так, посмотрим. Бесценный клад, очень легко. Чего сделаем? Дальше, похолодание. Убейте ходили в рейдинг, расти в более двух эффектов. Нереально. Тоже легкое чего. Почему нереально? Ну, надо двигаться. Ну, это трудно, что ли? Нереально, мы ее почти в каждом рейде делаем. Дальше, не в службу, а в дружбу. Убейте Хадира в рейде, напишите в убийство ни одного дружеского НПС. Ну это вообще проходная, по-моему. Ну это я сделаю, ну, не переживайте. Хорошо, я не переживаю. Ой, мороз, мороз, ни одному участнику не попасть. Это вообще самое изи ачива. Меня до сих пор не напрести. Ну а тебе сейчас сделаем. Вот Ой, мороз, по холоданию нет, это не ачива. Сделаем все 4 ачивы. Давай, если сделаем 4 чива, я моментально начисляю 1 кей по всему рейду. Не, это много, давай 500 епа. Хорошо, давай 500. 4 чивы, а какие 4? Бесценный клад, похолодание, не службу вот и ой мороз. Ладно, давай. Хорошо. 500 епа, давай еще без смерти. Без смерти, 850 будет. Так, итого сколько? 750. Или это 750 это со смертями? Ой, ну типа... Снять, пожалуйста, с шамана этих мамбу. Смотри, 750 это 4 ачивы, плюс никто... Да, я сниму. Понял. Не, ну это слишком мало, типа, без смертей сложнее. Ну, давай 1000. Не, это Хадир, это не мимо. Ладно, лезь на тибава. Так, смотрите, уважаемые сагильдийцы. Сейчас будет все зависеть только от вас. Тот, кто не хочет получить 750 ЕП, попрошу протянуться в Долоран, чтобы вы нас просто так не за это не забили. Поставьте почту, если есть у кого. Я поставил рыбу, ешьте рыбу. Так, Джесс, ты тут, братишка? Шуманите меня, засядьте. Я в Ангоре. Дайте. Черный. Ты в Ангоре? Ермангары. Не ставь, пожалуйста, прости, ну ты конь. Так, я тебя кикну, чтобы никто не залетал туда. Ванрок. Чё, какой левел на Вармейне? 34-й. Просто я тебя не вижу теперь. Пожалуйста, приставай. Ой, сумани меня, пожалуйста. Ты нажал на камень. Качать. Потому что мы играем 40 минут. Вчера мы подняли за час 4 левела, по-моему. Это с учетом того, что мы бегали, как дауны. Просто вы на ванилу пошли. Нету нормальных серверов ванильных. Ты говоришь X5 за 1 час, сколько ты там набрал? 4 левела. Мы делали зеленые квесты. Дальше. Спасибо. Давайте фулл баф. Ешьте рыбу. Короче, смотрите. Вон на циркл на ванилу, на спать уже есть. Спокуха. Пройдемся по всем ачивам. Слушайте внимательно. Первый ачива – бесценный клад. Нам нужно будет убить босса за 2 минуты. Легкое ачиво, в принципе. Дальше. Похолодание. На вас будет... кто-то. Вот напишите, кто не был ни разу в Нексусе на ласт-боссе. Все, надеюсь, были? Хорош. Короче, на вас будет стакаться говно, если вы будете стоять на месте. Вам нужно будет постоянно двигаться. Кастанули – двинулись. Кастанули – двинулись.
Милики тоже обязательно двигайтесь, не стойте на месте. Я скажу просто одно. Когда я играл на Кроносе и РЛ что-то спрашивал, и если типа человек отвечал, что он это знает, а он это не делал, он лишал его лута на полгода. Предлагаю тут просто, если человек пишет, что он знает, как это делать и не сделает, накинуть ему 1000 ГП на всех твинов. Вот типа там. Я считаю, это правильное решение, как по мне. Был бы ММ гильдии, я бы так и сделал. Так, ладно, дальше идем. Надеюсь, вы поняли, что нужно бегать, постоянно находиться в движении. ДЦ тебе нужно будет постоянно диспелить. Дальше идем. Не служба, а в дружбу остается на бибопе. Если он проваливает эту ачиву, то, соответственно, бибопу мы кидаем 500 ГП. Потом, ой, мороз. Через минуту, либо через секунд 40 после пула босса появятся на земле такие огромные круги. Вот, с них нужно будет сначала выйти, а потом зайти в них. Вы поняли? Выйти и зайти. Не зайти и выйти, а выйти и зайти. А выйти как надо? Бежать к стене, да? Нет, выйти это просто выйти с кружочка этого и потом забежать в него. Недалеко от кружочка, кстати. Как понять, когда забегать? Ну я скажу. Забегайте! Смотрите, появляется кружок, падает с потолка сосулька. Вот, она упала, и вы забегаете. А если вы будете стоять, когда она упадет, то вас откинет. Я вижу, как падает сосулька. Нет. Там будет снежный покров. Ладно, так. Вы все поняли, что от вас требуется? Я не понял. Да. Наркодилер, заходи в игру. Сосулька падает, забегаем. Не падает, не забегаем. Помогайте мне. Дай им-ка. Ну, наркодилер, ты тут, а? Вот, запустил будет, молодец. Стойте на месте. Ракшас, пойдешь в рейд? Да какой Ракшас, ты хил, блядь. Молодцы, все, агри босса. Бейте все вспышки. На повороте, ё-моё. Бейте все вспышки и бейте босса. Находитесь в движении, бегайте постоянно. Бегайте! Предлагаю повороте 10 гильдий. Бегайте. Не стойте на месте, прошу вас. Выходите с кружочка. С кружочков. Ков. Вот, подбежали к Лоре. Лоли, подбежали, взяли тучу грозовую. Диспел, рейд, двигайтесь. Тернити, хильте, молодец, Тернити. На нем, по-моему, 5 стаков был. Тирост. Простя. Двигайтесь постоянно. Вот, вышли с кружочков. Вышли. Вас откинет. Все, теперь забежали в них. Бегите! Двигайтесь в них. Отлично, теперь... Двигайтесь, да, теперь двигайтесь быстрее. Помогайте разбивать клепы. Клепы разбивайте. Все, бейте Хадира. Вставайте в лучи света и бейте. Хант на пулевой. Подбегите к Трисе, чтобы на вас скинулся баф. Вот, теперь Джерриона подбегите. Вышли с кружков. Вот, забегайте в них. Быстрее забегайте. Все, бейте вспышки. И двигайтесь. Двигайтесь. Я заебался уже двигаться. К Косте подбегайте. А где он? Сука, я в костер уперся. Вышли с кружков. К Войду потом. Забегайте в круги. Бейте НПЦ. Убиваем босса потом. Сколько чип? Ой, мороз. Бесценный клад, не в службу. Похолодание нет. Твари, а?
Этернити. Этернити, да? Ну, Этернити за такое нахер. Против действия зиме. Бля, он походу выжил, а вы спулили босса. Ну, кто спулил босса? Ну, это был Пет Павароти. Я ничего не понял, что ты делаешь? Кингс Гильдии. Да, там был Пет, который бил глыбы НПЦ. Поставь его на пассив, чтобы такого дерьма не было. Да он на пассиве, он никого не трогал. Блять, он так бил этого склепа НПЦ. Понял, этот братишка ни при чем. А вот Вуди Аллен, да? Вуди Аллен при чем тут? И Павароти. Вуди Аллен-то при чем? Не знаю, у нас два лока, я не знаю, кто спулил. Я на прошлом спулил, так что ладно. О, щиток, да, да. Но у меня просто, я же демон. Типа, у меня Пет другой. Там Пет демон скверный был. Давай, ты забыл щит отдать. А, наверное, да. Ну сейчас, подожди, разрулю тело. Ну давай, давай, я буду дрейф кидать до окончания. Защитник роль. Он дорого стоит? Сколько? Иди отсюда. Я хочу себе этот щит. Я носить его буду. Давай трейд. Он стоит копейки, мне сказали. Да не, он стоит 3500. Какие же вы конченые, что Войт конченый? Войт, ты такой просто обоссанное говно, вот честно тебе скажу. Просто вот таким, как ты, даже не рождаются. А что он делает? Ну, он подходит ближе к всех к боссу. Соответственно, люди тоже подходят к боссу. И потом получается так, что какой-то даун спуливает босса. Короче, блядь, походу мы могли сделать все 4 ачивы. О, помнишь, Олег, тут, короче, мы хотели сделать ачиву, но у нас был танк тупой. Сейчас тоже не получится. Дадим шанс второй Войду. Так а что Войду сделал? Не он же запулил. Так я же говорю, не ты ж пулил. Какая разница, кто спулил? Зачем подходить близко к боссу? Так это вот тем, кто подходит и говорит, тем, кто еще глыбы. Ну так ты подошел. Так я глыбы-то не бил. Какая разница, ты ж подошел? Ты ж подошел, вот тем, кто бьет. Да он. Да. Доебался, да. Мы давно не делали здесь мод. Мод? Да, по-моему, на прошлой стадии. Давайте без смертей сделаем. Мы не делали на прошлой, когда... Так мы вроде без смертей сделали. Охуенно, блин. Мы на прошлой неделе хотели несколько модов сделать, но, видимо, что-то не так пошло. Мы так и не сделали. Вы сделали без смертей на прошлой? Как там делать надо? Как там делать надо? Нет, мы не сделали без смертей на прошлой. Короче, мне просто надо последний печать. Поэтому мне аж что-то захотелось на прошлой что-то сделать. Там просто рост даешь. Так же, как и с не с той под молнией. Так там, нет, так не с той под молнией там не надо рост. Ну как на плей? Водить босса к стене. А там пока через босса пробежишь, блядь, милик просто там. Че, будем делать хэм? Да. Окей. Ладно, кому-то надо еще хэм? Плюсики. 2, 4, 5. Не заходите в ворота. Не заходите в ворота. Кто зайдет, ГП моментально дам. 7, 8. Можно я его снять? Я боюсь запороть вам ачивы. Не бойся. Так тут они не на гнинают. Не на безмолнии, так что не пачь. Подставьте шкаф. Короче, в комнату идет Вуди Аллен, Баф, Певчий, я, из хилов идет... Лола, ты была когда-то в комнате? Не-не-не. Жрец ПД, ты был когда-то в комнате? Да. Давай, Жрец ПД, и ты один захилишь, я надеюсь. Я не был в комнате, если что. Киш вы... Ну ладно. Да. Чё? Я здесь буду на аренке, ладно, да? Или мне в комнату? Ну как хочешь, мне без разницы. Хорошо, я здесь побуду.
Хорошо, давайте тогда в комнату Вуди Аллен баф просите я и Хавкер. Из хилов, короче, жрец ПД и... Ну, жрец ПД в соло, надеюсь, ты выхилишь нас. Псих, я тебе еще раз говорю, я не был в комнате. Какая разница? Блин, бегаешь за звездой, хилишь рейд, все. Я салат. Паркуй не будет лететь. А? Да там одна хрень будет лететь, и все, ты просто перебегаешь из стороны в сторону. Бегай просто за звездой и слушай, что я базарю, и все. Кто останется на арене, вон, за кружочком, стойте в центре, и все, что от вас требуется. Когда спустится босс, вы расходитесь в рейндж, и вот видите колонны справа такие с кружком наверху. Вам, ну, от них, короче, будет уходить молния к боссу. Вам нужно уходить оттуда, иначе вас убьет эта молния. Танкам нужно будет меняться, потому что он вешает, типа, раскол брони. И сколько тут танков надо? Три или два? Да два вроде. Всегда два убивали. Ладно. Надеюсь... Блин, ну такие себе танки, конечно, да ладно. СС. Так, Вуди Аллен... Смотри, лучше СС распределить на танков или на Эрдру, понял? Вуди Аллен, повесь СС на Бойда. Повороте СС на Поклонскую. Все бэры без КД? Да. Все, все бери без КД, это хорошо. А что делаем? Все, давайте заходим в комнату, убиваем червей, всех убиваем. Заходите в комнатку, пожалуйста. Бросьте, это тут. Я в комнату. Да, ты идешь в комнату. Круг не бейте, стой, не бейте его. Я в акцию. Вот и на чем мы делаем. Да, 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 хрен сделаем. Смотри, мне не осталось орбитафия, железный дворф и я не. Сейчас чекну на присутствие, а то не бейте кружок. Алло, зачем вы его ударили, певчий? Хавкер-то тут? Все, все тут, давайте убивайте моба. Джерем, пойдем с нами. Давайте, идем. Смотрите, мне там мобы стан дают, так что не лезьте. Окей. Вот, смотрите, куда он сейчас кастует. Смотрите на дальнего моба. Уходим налево. Тут не пробивает, что с тобой. Но все равно, смотрите, вот куда кастует большой моб. Опять слева остаемся. И бейте мобу. Так, кому по повороте есть что-то? Стоим. Повороте на Поклонскую. Так. Стоим, стоим тут же. Кто меня выяснит, все. Нам везет пока что. Все, идите, агрите большого моба. Дайте бафы на... Видите, моб прыгает возле вас. Дайте бафы на завоевателя, раз клан рунит. Все, идем дальше быстрее. Нарколидер умел. А там хил у вас есть вообще? Алло. Три хила. Как укшотает. Укшотнули сразу. Есть протопал, который может станет защитником. Похитить завоевателя. Маби с ресой и наркодилера. И все. Бежим, бежим. Сейчас мы запустим уже. Леда не бы сдох сразу. Если так, сразу РДД могут оставаться на платформе. Стойте, стойте. Сразу не пульте босса, прыгайте вниз, Лола, вставай сама. РДД, нет. Оставайтесь наверху. А, обжупы, обжупы, резай Лолу. Кажется, да. Сейчас вы трэш задьете, я спускаю. Готовы? Сам... Ладно, давай ты спустишь. Все, я спустил босса. РДД, оставайтесь наверху. Можете бить вверх. Все, давайте рост. В
Следите за молнией. Молния, смотрите, сова, отходи. Я пытался сделать это. Нет. Чтобы это сделать, нужно ближе к колонии подходить. Туда ничего. Какой-то диспел надо. Надо диспелить это. Там, лови, лови, лови. Кто там баф ресы? Спускайся вниз, баф ресы танка. Хотя все, не надо, на нем СС должен был быть. Сова хлопок. Баф умер. Давайте так пытаемся. Нет, два. Вот теперь один. У нас нету больше. Все, СС был. Дайте бафы по ДК. Прожмись, Поклонская. Теперь ты один танчишь. Молния, отходите. Жмись, Войд. Джесс, дай красную каплю на Войда. Да, дай не каплю. Я забрал в бабле танчу. Скажешь, как забрать? Через 3 секунды забирай. Все, забирай. Забираем. Берем, давай теперь ты скилл показывай. Да все, я подниму. Фу, какая же труба. Резайте, пацаны. Просто и это редкий топовый, кто может бабы затанчить. Сколько боссов осталось? Много. А кто пятый? Мирон, Фрейя, Алгалон, Йока, кто пятый? Рольте был. Ресакс. Я на нем еще ни разу не был, я понял. Вспомнил. Рольте покорителя. Ты кто сдох, вы бы на Элидане упали на второй фазе. Блин, это жесть. На Элидане, блин. То с пула, блядь, то на второй, блядь. Ты какая вторая? Ты угораешь на первой, блядь. Заценили, что Ретрик в PvP спеке первый по дамагу и не сдох от цепной молнии? Короче, блин, я законтролил моба, но в последний момент что-то не взялась эта аура ебаная. Фу, блядь, забагалась, короче. Так, теперь давайте проголосуем на ачивы на Фрейе. ХМ. Либо тупо делаем... Либо зерк, да, тупо, либо делаем вырубку. Это собрать да, двух... Вырубка? Без да, да. Это удача, блядь. Это чтобы... Нет, это не удача. Так это чтобы это через просто... пак появились вот эти три одинаковых моба, чтобы их 6 было, это ж пиздец. Бля, не слушай Войда, короче, там две ачивы надо одновременно делать. Без хардмода, дровосек сначала. А потом уже ждать этих вырубку. А вырубка это... Если повезет, то 3 трэша ждать. Не повезет, 6. Все. Ну, это честно сказать, я просто не помню, как с дровосеком. Да дровосек там просто разные билки. Ну, войди в интернет. Ну, не сам заходи в интернет. Смотри, можно просто сделать так. На одного босса, на босса оставить там танковый камень, а остальных боссов постепенно заливать какой-то склепер. Ну это делить рейд на 3 части. Не, просто одним рейдом сначала одного босса делить до ляма, потом перейти к другому, ко второму боссу. И в это время танк на мало. Сделаем ХМ, там лут лучше падает, меньше времени. Да, ХМ изи. Ну, так, надо один раз сделать вот эту вот вырубку и все остальное. Убейте мобов пока что, давайте мобов убиваем. Это ХМ все время делаем просто. Агрет, Аурию, Петам слова не давали. Дай крест.
Блин, я нажал, чтобы он за мной следовал, я не знаю, почему он не пошел. Там, знаешь, бывает, когда текстура какая-то... А ты поставь, чтобы он не агрессивно стоял, а был на пассиве, то есть здесь. Да нет, он стоит на пассиве. Дело в том, что я жму за следует атаковать. Зачем, если есть макросы? Можно, конечно, просто поднять на три части, но это долго. Математика, вот эта вся херня. Ну и чё это? 25 минут. Так это легко. Ну давай, иди тогда. Хорошо, давайте пока что всех мобов надо все равно убивать. Идемте дальше, агрим цветочки убиваем. Идите за звездой. Ты как 25 на 3 будешь делить? Не поделится. Оставлю каких-то нескольких бичей просто так. Понимаю. Так, посмотрим по хилам. Сюда-сюда. Эрдру. Какой из самых древень сильный? По-моему, последний, да, третий? Блин, я не помню, у них... Смотри, первый древень, вот этот, который около нас, он ничего так не юзает, только сало дает, когда стоит, надо стопнуть. Второй сало. Второй кидает корни, а третий дает, короче, лучик такой, который увеличивает дамаг. Если будете в нем стоять, он ваншотает. С кого? С сумки. Так, вот этих мобов надо еще убить, сейчас сагру. А тебе тоже падал в сумки? Так, дальше тоже надо бить. Нет. Какой сумки вообще? Привет, падают сумки всегда. Так, сейчас подождите, козырь тогда будет тут хилить. Не-не-не, будем делать вырубку. Сейчас распределимся все по дамагу. Хавкер хороший ДПСер, я хороший ДПСер, Джерион отличный ДПСер. Дальше. ПШП, ты сюда. Вот два фурика, они конченые, поэтому сразу сюда. Так, Джестер Этрик, да? Поставь стрелу, пожалуйста, здесь зелень падает, я распилить один. Пронажал. Поклонская танк. Так, о, вы сагрили, да, что-то? Хорош. Ну, уже не сделаем вырубку, молодцы. Древень сагрли. Сзади идет. Стоит. Давайте сделаем сейчас. Сначала правосека делаем. Правосека. Почему здесь вырубка? Заагрите это говно. Так, стойте, не бейте. Ну, бейте, только чуть-чуть бейте. Смотри, так, танки свободные есть? Да, мобилки посмотрим. Нужно. Так, Поклонская, иди сюда, стопните в босса. Не бейте никто босса. Я сарил цветки, бейте все цветы. Бейте мобов. О господи, ну что это костюм? Ёбаный брат. Бейте массами, бейте массами. Нет, бейте цветы. Это снимите. Остается довести до ляма одного босса. Сейчас, да, сейчас все сделаем. Я могу привести третьего босса. Да, иди, ну там цветы надо будет убить их. Ну, тогда приду. Кого кикаю? Меня кикаю. Сука, заебал откидывать. О, второй древень сагрили. Молодцы. Напал, лови. Лови древень. Танка надо хорошо захиливать. Протопал. Ну, Поклонская, забирай древень. Прием. Вот он. Так, поставил звезду. Подбиваем звезду до ляма. Бля, так надо идти к третьему боссу. Ну, я знаю. Да, давайте, ведите боссов туда. Все, не бейте боссов. Пойдем, ведите туда, танки. Да, танки, идите. Там этот... да нет, ну сейчас там убьем. Один дракон, и все. Смотрите за костами. Все, и звезду не бейте, можете по ходу вон другой древний кружок подотать. Кулаки кастуют, смотри, сейчас не откидывать. Смотрите, фреш не ведите. Только прижимайтесь тоже. Надо вот через речку идти, вот через речку идите. Цветок в рейде. Убейте милики цветок в рейде. Вот тут вот дракон один, да. Че, агрите? Корни тоже стоит. Да, дракон убил. Вот хранитель жизни. Подождите, танки, они не приели, хилят, нужно захилить вас. Блин, Поклонская, стой, бля, я уже тут спас Илья пошла. Куда ты идешь? Нажал кровь. Давайте кружок убью. Вон он стоит, древень, светлый бич, вот этот. Боже, сагрись, древень. Клонский упал. Где цель? Кто там? Бафресый.
Даю вим. Бейте все треугольник. Почему треугольник? Это обычный моб. Бейте треугольник. Сакру. Ну залейте. Паны Лоли залейте. Заберите его, пожалуйста. А кто чей танк? Так, по кружочку и по звезде стопнули, мобов убили. Давайте живите. Заткнитесь все, пожалуйста. Все, там босс агнится, все, 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 это вайп. Сука, какой-то светлый экран у меня прям. Если вайп, бейте босса, бейте босса, бейте босса, бейте Фрею. Фрею, зергаем? Все уже, ГЦ. Ну, вот этот босс, который вот, ну, вот этот кружок, да? Все, что я могу сказать. Он, короче, от... То, что могу сказать, игры. Просто Войт тупой. Да ты тупой. Вот заходи на БДК и танчи, тупой. Сука. Он откидывает, что я могу сделать? Байт, ты смотри, сарили одного, потом второго, потом два раза трэш сарили, и босс, блядь. По-моему, там вот это вот светлый, который, ну вот в этой в темноте, его ведут вот к этому, которого я начал, ну который вот первого сагрил. Ну который вот, ну который, да. Да, потому что он откидывает, я по всей платформе летал. Сука. Теперь зацените юзание спелов на танков и ассист рейд. Зацените, ретрик на втором месте. Шипец ответил. Здесь в холле балла можешь похилить еще. Чё это за стата? Чё он считает? Ну или дан так этим от... рейдом. Так это активность, это переключение цели и чё? Давайте вставайте, идите в инст. Что эти цифры значат? Я заебался цели переключать. Ну это сколько он прожимал таргетов и всё, забыл. В смысле, там какие-то дробные числа? Ну, менял цели, блин, не знаю. Друг, ну что, он менял 315 и 8 целей? Ну да. Нет, это ну, число, оно что-то другое значит. Ну, восьмой. Я цели вообще не меняю. Хуйней попахивает, да? Давайте нормальную тактику на дровосеку говорите, бля, я забыл нахуй. Я ее делал, но не помню. Сначала трэш надо слить и никого не сагрить. Вот. Молодец. Я просто предлагаю, потому что уже 9 часов, убить эту Фрею зергом и пойти дальше. Да нет, так нельзя. Сейчас сделаем... Что мы сделаем? Сделаем для дровосека. Нет, сделаем дровосека и без вырубки, короче. Так, а вырубка тоже легкая, когда дровосек делает? Ну это долго. Мне нужна вырубка, просто мы ее никогда не делаем. Давайте проголосуем, зачем эту парашу устраивать? Давайте, короче, кто я за тот нам дам. Не-не-не, стоп. Идем все за мной, я РЛ, значит мы бьем мобов. Подождите, на бафы, пожалуйста, псих. Мобов, мобов можно убить без бафов, давайте танки. Вы потом опять наагрите и опять ни маны, ни бафы. Это 100% маны. Заценили, что Войт сагрил мобов, а потом спросил, чё кого агрим. Смотри, на вырубке там вылазит прямо. Знаю. Повезет на 4, но не повезет 6, это 5-6 минут. Мы больше трэш бьём, не ходили, чем просто. Идём дальше за мной. Сейчас приду ещё мобов, стойте. Джерину просто не надо это ачиво, он хочет хардмод сделать. Сагрил мобов в танке, забирайте с меня. Ай-яй. Смотри, можно аж на изи сделать, не надо распределять гид, просто кто-то сагрит. Просто водить. Да. Ты что, так придумал? Просто танка надо захилить, там. Сейчас сделаем. Там, там у какого-то босса, короче, этих стаки, отражения, физурона, понял? Нету там такого. По-моему, есть. На, вот на одном древне есть, вешается 99 есть, стаков, есть. Может отразить. Да, да, да. Это вот, вот. Который, который откидывал меня, это он, петух это. Я не помню, какой, просто что, ну, милики же должны мозгами что-то думать, что не стоит его бить. Роджерин. А то я Джерина захилил, убьет его, бежит. Захиливаем, бьет, бьет. Так, на этом трае хилили их. Могли. Реально, заебался уже Джерион, ну, захиливать. Видишь, как по тактике не играет. На так, все, стойте тут. Стойте все звезде. Ешь рыбу. Не,
если ты в БТ умираешь до первого босса на трэше, это кикс гильдии. Кикс сервера там сразу. Автомат. Кто знает, как зовут первого босса? Этишка, пожалуйста. Креветка. Креветка его зовут. Да. Тыкните, Сумон. Джерин, спикнись, Холи Пала. Похи его не могут захилить. К сожалению. Да нормально отхилить. Дима, Ленка не отхил с прошлого трая. Давай посмотрим. Это даже был не трай, это говно какое-то было. А что мы делаем? Баф, Апис и Абджупи. Залейте ману Джерину. Пусть у вас хил Апис вроде. Это козырь еще, по-моему. Да я просто пати там заново надо раскидать. Так, все, идем, садитесь и на коней, певчи, оставайся тут. Идем все за мной. Не, пускай лучше, бля. Сколько танков вообще сейчас? Три? Два. Давай, Джей, спекайся в танка. Пускай лучше останется танк, кстати, с этой, как ее, аурой. Протопалыся. Джейс. Че, танков мало? Да, спекайся в танк, ешь рыбу, все остальные бежим за мной. Ура. Знаешь, как все просто. У них там Фрея идет. Да, я. Идите там... все сюда, тут я стойте. Пэт какой-то побежал на Фрею. Вот кто да, там стоит? Селена, Баф, Апис, чего там стоите? Смотри, какой красивый. Она сначала говорит, какой древень, какой из них сильнее. Ну, тот, который далеко. Давай вот Кива этот. Наоборот, последний. Кружочек, да, наверное? Посмотри, у него светильник на башке. Давай, Войт, начинай. Начинай. Да, начинай. Джесс, стой, команда, жди. Бейте древень до ляма. Надо во что-то упереться. А ты веди его. Блин, тебе сильно вести его надо. К другому древню веди. Но не туда ты ведешь, Олег, к первому древню, тупой. Боже мой, ты можешь заткнуться? Полную карту смотри. Заткнитесь все, стойте, не бейте древня. Заткнитесь, пожалуйста. И бегите за мной все, не бейте его. Все, правильно? Все, не бейте круг вообще никто. Звездопады, Шейма, уберите. Не обновляйте доты, если вы убьете, это все, это автоматический вайп. Тупые. Идем ромбик бьем, корни разбили. Протопал, иди агри, ромб. Войт, уведи этот древень куда-нибудь. Куда увести? Какой древень? Ну подумай своей тупой головой, куда его увести. Куда вести? Куда-нибудь от рейда. Бейте ромб. Нет. Да бауе не зацепили. Ну я к речке поведу, так что ладно. Так, Джесс, сагри босса, веди к нам. Топкаст. Нормально? Нормально. Так все, стопнули по ромбу, не бейте никто ромбик. Бейте корни. Джесс, ты ведешь? Вижу, ведешь. Сейчас повесил луну, вот и луну надо будет бить. Поклонский, прожимайся, у него баф 250%. Да, Поклонский, прожимайся. Идем все за звездой, рейд. Так, хилы, останьтесь, давайте. Лола, ты хилишь чисто протопаладина, Жрец ПД, ты хилишь чисто БДК. ДЦ и друид, идите сюда. Стоп-каст. Прожимайтесь, танки. Бейте луну. Клонский, прожмись, я сам прочитаю. Джерион, дай саку. Я дал саку. Нет. Стойте по луне, стопнули. Давайте, АУЕ, короче, заливайте, АУЕ, заливайте всех. Просто бейте АУЕ. Наконец-то. Резните шурупца. Все, просто изи. Можно было рост, кстати, дать. Да не. Такая топа, но Фрей все равно не надо рост, надо ждать. Идем за мной, нет. Дайте бафы точечного шурупца. Самое, что...
сюда Тиману ответь. Да-да-да, идите все сюда, встаньте в меня. Джесс, что ты спекнулся в этого ретрика? Да, Джесс, спекись обратно в танк. Это так, два танка. Блядь, ну, а надо третий. Наверное, 6 мобов держать. Ничего, что я один держал, этих 6 мобов. Не верю тебе. Или два танка мы делаем. Два танка спокойно их держит. Блин, ну ты сравниваешь себя, это что сравнивать Джерри у нас с Войдом, ты понимаешь разницу? Войд топ! Идите все сюда, встаньте. Нет. Войд, ЕП ему. Не сагрите босса, осторожно. Отойдите назад, я не знаю, что вы стоите около босса. Баф, залей маны Джезу. А что делает? Алоли заливал. Так, Бибоп, прочитай личку. Коперники вспекнули. Ты танк заливать ману, нормально. От чего это верните в ДД? Ну ты еще. Ну, танк. Ну как бы три танка сказали надо. Ну все, Поклонский, три танка. Поклонский, ты и Войд. А это верните чего? А ты чего? Ну я тогда обычный его выдам. Я могу в АДК. Ты босса танчишь. БДК Войд и два протопала. Поклонский и Джесс поддержат трэш. Вам что, западло это сделать? Сейчас трэш поддержим. Ну, для Джесса, видимо, это трудно. Я уже спешно вставать и речь. После транти и так танчил с нуля. Так ты сам задаешь какие-то непонятные вопросы. Уже все рассказывай. Дайте пристабав, дайте. Все, Войд, иди, начинай. Можете Фрею не бить. Надо стоять и ждать мобов. Что? Дайте я скажу. Тогда, по-моему, когда мы давно ее пытались сделать, там мутант... Ой, не мутант, а этот каноп. По-моему, завалил, он на ДКшке был. Так что осторожно здесь с этим маслухами. Просто трэш не бить. Там у них 250к. Да, у них мало здоровья. О, вот отлично. Первые вышли. Не бейте их. Так, что там? 10 секунд. Танк ягодец. Вот шипасы ее скидывает. Он так и набирает. Да, бейте. Можете все, пожалуйста, заткнуться. Зачем вы базарите вместе со мной? Вам по кайфу? А потом спрашивайте, почему мы упали. Не бейте Фрею, прием, ДД. Чего никого не бейте? Стойте на месте. Можете точно вон подбивать хватоплета и все. И то, да, действительно, это не нужно делать. Вот, бейте маленьких мобов. Только от них надо будет отбежать, когда у них будет мало хп, иначе они взорвутся и вы умрете. Сведите их в кучу. Кучу их сведите. Знаю, мы убивали, замораживали их, весь ред отбегал и все. Отбегайте от моба. Знаешь, мне кажется, вот в названии взрывной клеточник что-то скрывается. Попай. О, Дар Эонара. Дар. Тоже что-то значит, да, кому-то. Наверное, не надо, если это красный. Его быстрее лутать надо. Вставайте под грибы и бейте древень. Хватку не грибы вставайте. Молодцы. Кто там читает? Отрись, отойди от трейда. Ну заберите, ты забери. Это что, трудно забрать? Жестко. Я забрал, по-моему. Джерин в старости вышел. Ой, сейчас еще один трэш выйдет. Бейте Дора. Да, должен он выйти. Потом ОУЕ просто заливать его.
Да, надо одновременно, сколько, 15 секунд там, по-моему? 10, по-моему. 10. Трудно, да? Смотри, так. У нас АДК. А, нет, у нас Макгрегор был. Стой, стой, сейчас три моба на Поклонском, сейчас три моба должны на Джесси быть. Все, и скажу, в кого столкнуть, кого побить. Так, поставил. Давайте сначала правых подбили немного. Только точечно бейте без дот. По воде не бейте, бейте хватоплеты и все. Сводите вместе, алло. Ладно, теперь сводите и давайте АУЕ заливаем. Тут тех, только АУЕ походу. Тех пол КП. Бейте, заводите, заводите брейд и бейте АУЕ. Эти звездопады. Отсюда, уже давал. Все. Бейте теперь фрей. Давайте рост бейте. Одному вершать и одному. Ты нас крикнулся протопал, я не знаю. Ну примерно, да. Если бы еще первый раз мы не упадали. Полочек, осколок. Триси? А. Или он уступает селение? Не знаю, поздно. Рольте посох. Рольте защитника. Обрадуйтесь, мы не будем пожарного делать, да? Угу. Таким рейдом мы точно не сделаем. Нет, таким рейдом можно, только если фортанет немного. Когда и портится? Искра воображения. В повороте есть алхимия? Конечно есть. Че ты манишь меня? Андрей, поэтому нельзя ему давать. Блин, мне нужна печать с этого, с пожарного, слышишь? Бесполезно тебе. Так у нас провал внизу, у меня есть этот. Так, мне осталось Фрея. Зачем тебе? Мы не делали пожарного два раза подряд. Так и у меня не было ключа тогда. Квеста самого не было. Жесть. Давай. У меня остался Мимирон, короче, и Фрея. Смотри, ты Фрея, бля. Ну, Фрея, да. Давай на следующем КД лучше пожарного и экзергом Фрей. Давай. И по баланс будет. Здесь побольше времени там. Давайте на Мимироне сделаем. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю, каких мне ачивов не хватает на Мимироне. И сделаем. Там только две ачивы, но мозг атакует и. А. И... Они у меня есть, к сожалению. Снова... Какие вам нужны ачивы? Он линканул. Так, заставьте Мирона убить штурмбота ракетным зал. Я не без понятия, как она делается. Просто, как красная метка появляется на третьей фазе, босс кидает, туда заводится этот моб с помощью протопала. Ну все, значит, протопал понял, что делать, и заведет моба. Ребят, я отойду на минутку. А отходили этот минутку. Мозг атакует, тут просто надо на первой фазе миликом вообще не стоять в РДД зоне. Подождать, сейчас пока сделаем. Мины сдохнут. Она да типа, это чтобы никто не сдох от мин, от этого, что там босс стоит на второй фазе, еще откуда-то говна? Не-не-не, это, ну, блять, надо... А, сейчас, ну, подожди. А, да, там не только мины. Но, там еще проблема. Красные метки, по-моему, да? Там. Проблема только в минах, на самом деле. Ну, короче, сейчас все понятно. Не... Так, просите АФК, кто там еще? Повороте, ты тут? Да. Почему ты так долго бежишь к нам? Ждешь на месте. Можем на мозг атакую сделать. Да, сделаем. Держите рыбу. Милики. О, все стоите в звезде. Сколько вас тут? Давайте посчитаем. Макгрегор, Триси, Акримони, Этернити, Джесс. Боже, у нас слишком много миликов. Мы убьем босса? Да, убьем. Ладно, из миликов, это кому я доверяю... Это же не пожарный. Из миликов, кому я доверяю, можете бить босса Джеррион и... Джезу я не верю, конечно. Ну ладно, Джез, если ты в себе уверен, тоже бей босса.
Все остальные стойте во мне. Так, здесь огня нету. Тут есть мины. Кто из них, ну, мины взорвут либо Макгрегор, либо Кремони. Птрисе. А, ты про это, ну ладно. Нет, Макгрегор. Нет. На третьей фазе пускай просто протопает. Паладины взрывают под баблом и все. Все дела. Давайте чек на пол. Ничего сложного нет. Расходитесь в рейндж сразу. Рейндж набирайте между собой. Ты мне за тобой бегать? Как хочешь. Без смертей, кстати, можно сделать. Да, было бы шикарно. Сейчас я просто только кикну. Ой, я тебя случайно сбил метку. А. Спасибо. Так, ща. На. А чего все стали опять в меня? Разойдитесь в рейндж. Милики, вот только у меня останетесь и все. О, милики, идите сюда, я вам покажу секретную точку. Вот тут стойте и больше ничего не делайте. Да-да-да, вот у меня. Все, там и стойте.